Во! Вот какое я стекло хотел. Короче. Во! Двустороннее стекло. Ой. Ой. И что-то, собственно, не стабилизируешься. Алло, гараж. Солнышко, покажи мне. Во, давай, плохо. Солнышко. Во. А? Смотри. Тренировка. Стопроцентная. Так, Кербалайз, давай вылазь. Так. Значит, я загадку какую-то неудачную сделал, да? Ну, Кербалайз, он видно. Так видно, а так нет. Ну, так... Вообще, да, так не видно, все правильно. Я и хотел, чтобы так не видно было вообще ничего. Так вот видно. Так, ладно. Будем отражение смотреть. Где-то там, чувачок. За что? За что? За что ты так со мной? За что ты так со мной? За что ты так со мной? Что, не видно? Ладно. Не зря я, наверное, уже эту хрень приляпал. Крутится как... Прости, господи. Вообще, наверное, надо бокс сделать, типа. Есть еще одна непонятная... загвоздка. Вот эти вот дряни не желают цепляться вот к этой стороне никак, вообще никак, только к той. С чем это связано, я, ну, я догадываюсь. Хер с ним вообще. Не развалится. Упадет только. Ну, зато солнышко, видать. Так, ну-ка. Вылазь, чувак. Чувачился. Говорят, ты рэгдолл. Рэгдолл. Вот я стою, не двигаюсь, даже руки с клавы убрал, все равно его не видно в отражении. Хотя, конечно, тут его вообще не видно почему-то. Ну и пофиг. Не видно, значит и нету его. Это вот что можно. Нашел внутрь. Оп, я в домике.
Трали-пали. Джаз гоняли. Там-там-там-там-там-там-там. А с той стороны херушки. Нет никого. Чудо! Чудо! Настоящее чудо. Фокусы можно показывать. Оп! Не, правда, что не отражается. Вообще должен. Где это? Стоп. А, нет. Показалось. Раннер, радуйся. Ну, в общем, что-то да. Что-то в этой панельке-то его не видно. Ну, пофиг. Я, в принципе... А, вон он! Что ли? О, а чё он боком-то стоит? Чё боком-то стоишь, а? Чё, Чидзе? Эй. Ну, в общем, вот. Такое стекло. У меня получилось. Там-там-тара-тин-там-тара-тара. В принципе, почти то, что я хотел. Так, тихо сейчас. Во. Возможно, солнце слишком... скучковано. Коллапс, может быть, его можно размыть и сделать. Ну, четкость отражения. И наоборот. Короче, хрен настроишь. Ну, тут с цветами можно поиграться. Хотя, вот, что, нормальный цвет, смотри. Смотря, что отражать, конечно. Сойдет. Ну что, нормально? Нормальное стекло получилось. То, что я хотел. Вообще вот стекло от не стекла можно отличить по визуально по двум характеристикам. Это прозрачность, во-первых, а во-вторых, отражение. Все, рефлекшн. Потому что без рефлекшена это не стекло, а кусок прозрачного говна будет. На самом деле. А вот если рефлекшн появляется, все, это уже точно, ну, уже становится похожим на стекло. Так ведь? Или не так ведь? Что, долго я еще буду этот кубик туда-сюда катать? Может, еще какие-нибудь мысли придумать в башку? А ну ж как бывает, катаешь кубики, катаешь, раз, бля, мысль. Опять катаешь, опять раз, бля, вот опять мысль. Есть одна мыслишка. Что с этим рефлекшеном еще сделать?
Но это потом. Ладно.